Всем привет! Хочу немножко рассказать вам про полюбившиеся уже мне и нашедшие отзыв среди вас черные звездчатые сапфиры. Вот такой я купил себе. Они мне очень понравились за свой такой инопланетный рисунок, да, внутри. Поразительный, мне очень нравится. И я после первого раза, когда я вам их показал, получил от вас около 20 заказов. То есть видно, что вам тоже понравилось, поэтому я решил тему изучить подробнее и снять видео. Вот такие я купил себе, еще пару наших сотрудников купили, и вы заказали довольно много, продолжаете заказывать. Я быстро нахожу их на заказ. Делаем моментально. Их добывают здесь, в Чинтабуре и в Таиланде. Да? Звездчатый он почему называется? Потому что когда он попадает на солнечный свет, сейчас я сижу в помещении, появляется тут звезда. Да? У меня тут лампа, которая имитирует солнечное освещение. Сейчас я переключусь. Вот появилась звездочка, видите, 6 лучей. И видно довольно интересный рисунок. Так вот, я стал изучать вопрос. Оказалось, что есть необычные и дорогие звездчатые сапфиры, хотя они тоже вроде черные, но стоят значительно дороже вот этого прекрасного экземпляра. Этот, кстати, он уже продан. Его купил парень из Англии. Показываю, что есть интересного, какие еще они бывают. Есть вот такой вариант. Вроде как обычный. Рисунок довольно красивый. Но он стоит в разы дороже обычного. Почему? Здесь у нас, к сожалению, лампочка не дает эффект, как от солнца, да? Но здесь у звезды 12 лучей, а не 6. Вот из-за этой, казалось бы, незначительные детали среди коллекционеров. Этот камень стоит уже довольно приличных денег. Сейчас мы видим, что лучей много, но посчитать их нельзя, потому что лампочка не дает нужного эффекта, к сожалению. Видно, что лучи есть, но вот тем не менее, оказывается, такое бывает. Рисунок крайне прекрасный, мне очень нравится, и я вижу трещину. Сейчас вы ее тоже видите, да? Трещина разделяет камень практически на две части, но он пока не развалился, держится. Я бы вот такой покупать не стал даже задешево, задорого тем более. Вот так ее не видно, а так, видите, да, вот проходит трещина. Но этот камень уже купил коллекционер за довольно приличную сумму. Ну, видимо, он носить его не собирается, поэтому камень у него в кольце не развалится. Да, трещина присутствует, и она прям весь камень разделяет на две части. То есть при небольшом ударе этот камень может лопнуть. Так, смотрим дальше. Здесь, в принципе, вроде как стандартный черный звездчатый сапфир, виден рисунок, но посмотрите, он довольно активно и бодро отливает золотым цветом. Его уже сразу назвали золотым звездчатым сапфиром, а не черным. И цена на него уже выше значительно. Вот этот маленький камешек стоит у нас около 7 тысяч долларов. Я пересчитываю просто в уме сразу на тайские, с тайских денег на доллары, поэтому могу прям не копейка в копейку сказать, да? И он не продается, его тоже купил уже коллекционер местный, местный тайский китаец. Так, успокоили ребенка, продолжаем. Это я дома у коллекционера как раз. Вот, еще меньше, чем предыдущий, стоит тоже приличных денег. Здесь что у нас? Еще более яркий золотой оттенок, и сама звезда, видите, она золотая. Вот это сыграло большую роль. Этот камень тоже стоит дорого. Я, если честно, до конца не понимаю, за что платить, но тем не менее, вот просвещаемся, да, с вами. У нас иногда ребенок поплакивает. Тем не менее, просвещаемся. Вот, то есть, вот видите, звезда не белая, а золотая, все, цена уже совсем другая среди коллекционеров. Оказывается, бывают, вроде он и черный, вроде звездчатый, но звездочка другого цвета и цена совсем другая. Это странно, тем более, что камешек маленький, кривоватый, и тут довольно большое включение сбоку, его не видно. Дальше идем. Вот такой
очень прикольный, но здесь я понимаю, в чем его необычность, за что платить. То есть, во-первых, он здесь с зеленовато-голубым оттенком, да, и посередине его пронизывает золотистая полосочка включения. Это зона роста называется. Вот, да, камень выглядит необычно, звезда тоже голубоватая, сам он зелено-голубой. Сейчас, секундочку, я протру его. Вот, тут хотя бы понятно, что, да, действительно, он может стоить дороже, чем, например, первый вариант. Но вот он тоже продан задорого, почти 10 тысяч долларов, из-за своих необычных оттенков, да. Вот, смотрите, хотя рисунок не настолько четкий и не настолько контрастный, как у первого, например, камня. И последний интересный пример. Бело-голубой с контрастными включениями черного, серого, да. Вот, видна звезда на солнце, на улице она, конечно, будет очень четкой, но и здесь ее неплохо видно. А вот тоже считается, что это необычный экземпляр, такой штучный, коллекционный. Его здесь нашли. Стоит он дорого просто из-за того, что вот он такого странного цвета. Хотя я не сказал бы, что это прям супер. Вот, таких экземпляров крайне мало, они встречаются очень редко. Вот то, что я показал вам, да. Мы покупаем вот такие. И довольно много вы их заказываете. Я их довольно быстро нахожу. Мы делаем на них сертификаты. Посмотрите, вот здесь написан номер камня, да, а внизу написано лаборатория, сайт. Можно зайти на сайт лаборатории, посмотреть, почитать все про свой камень. Цвет, обратите внимание, golden black, золотой-черный. Прикольный цвет. Вот, и вот в комментариях написано, что камень не гретый. То есть все камни у нас идут сертификатами. Пишите вопросы, я буду изучать тему черных звездчатых сапфиров, и не только черных, мне все это интересно. Если что-то поспрашиваете необычного, какие-то вопросы будут нестандартные, я запишу отдельное видео. Спасибо большое.